приехала. То есть, и что-то она искала в своей жизни, эта молодежь. И каждый нашел, ну, большинство из них действительно нашли и себя в этой жизни, и что-то сделать для общества. Каждый человек ехал, ну, по зову души. Было такое призвание. Действительно был подвиг совершен той молодежи. Действительно подвиг. Человек идет, а горизонт, он не кончается. И он, все интересно ему, а что ж там, а что там, а что там. Вот есть люди, которые, ну, как путешественники, да.